Свежий номер «Одинцовской недели» уже приехал в наш город из типографии. Обо всем по порядку. 5000 рублей. Отныне это штраф на владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев не по правилам, то есть без поводков и намордников. Мы поинтересовались, что на этот счет думают жители округа. Смотрим. Ну, все зависит от того, как ведет себя хозяин. Собака – лицо хозяина. Поэтому, если собака крупная, но она ведет себя дружелюбно, мне все равно, в наморднике она или нет. Если агрессивен хозяин, собака тоже будет вести себя агрессивно. Здесь вопрос воспитания. Это правильно. А почему? Потому что я сама, когда вижу, я боюсь. Потому что не знаешь, какая порода, что, чего, разные собаки. Нет, правильно. Мне кажется, да, потому что это и для, как бы, и для безопасности собаки, и для окружающих людей больше. Ну, с одной стороны, конечно, это правильно, потому что некоторые собаки, правда, агрессивно реагируют на всех людей. А с другой стороны, ну, это как-то странно и жалко, да, правда, собак. Медицина и подготовка коммунальной техники к зиме – это главные темы официальных новостей региона и округа. В Подмосковье выбирают лучшего доктора, а грейдеры вполне исправны. Хорошо бы еще и одинцовские водители были готовы при снегопадах дружно отгонять свои автомобили в сторонку на время уборки снега. Всего-то полчаса. Студентка, красавица, жительница Одинцовского округа, понимаете ли? Екатерина Смеленец вошла в топ-20 девушек, претенденток на звание «Мисс Россия-2023». Катя учится на факультете журналистики, и мы дали ей маленькое, но ответственное поручение – попробовать себя в муниципальной прессе. Улица Интернациональная в Одинцово. Вот-вот она станет настоящим парком, хотя и небольшим. В процессе реконструкции строители обнаружили под асфальтом историческую реликвию – настоящую булыжную мостовую. Пожалуй, пару квадратных метров старой дороги стоило бы оставить потомкам на память, под стеклом, как это делают в некоторых городах. В Голицыно жители южной стороны города жалуются на воду. Она испортилась после того, как дорожники испортили ливневую канализацию. Наша газета сдала образцы воды на анализ. Скоро станут известны результаты. А вот врачи-гомеопаты водой разводят свои таинственные препараты – и полученными снадобьями якобы излечивают пациентов. Лично я считаю это обычным шарлатанством, но не все со мной согласны. Есть и те, кто в гомеопатию верит. Мы поинтересовались мнением настоящих одинцовских врачей и прохожих на улице. Веришь ли ты в альтернативные методы лечения? Нет. Нет? А почему? Не знаю, ну я вообще, в принципе, думаю, то, что можно лечиться самому, и в остальные методы как-то не верю. Насколько я знаю, гомеопатия не является проверенным, доказанным медицинским методом, и лечение я к нему не прибегала никогда. Но я слышала, что людям помогает иногда гомеопатия, вроде как, но сама с ней не сталкивалась. О происшествиях. Традиционно это несколько ДТП, воровство зеркал и колес с машин. Ну, в общем, это относительные мелочи, но есть и крупная история. С банковского счета пожилой женщины злоумышленники сняли 8 миллионов рублей. И причем так ее запугали, что она не сразу обратилась в полицию. А мужчина, который оставил на прилавке кошелек с крупной суммой, правоохранительные органы обратился немедленно, и вора нашли. На этом наш обзор завершен. Ищите «Одинцовскую неделю» на наших фирменных стойках. Но если не успели и свежего номера не досталось, просто заходим на сайт и читаем вот по этой ссылке.